Это вопрос внутренней культуры. Человек деликатный, он всегда уступит место пожилому человеку, он откроет дверь женщине, и он на дороге будет себя вести так, что не будет нагло куда-то лезть, переть и так далее. Поэтому это просто вопрос каждого отдельного водителя. Вот. А просто если человек большой начальник, то он как бы считает, что ему все позволено, все дозволено. Если он действительно реально куда-то торопится, в чем я сомневаюсь, то, конечно, вот это и происходит. А в основном надо уступать место только вот машинам скорой помощи и пожарным. Вот. И если что-то происходит, какие-то преступления, чтобы быстро доехала, так сказать, оперативная группа туда. Вот. Поэтому просто нужно уважать людей и любить людей, и все будет нормально, в том числе на дорогах.